Сегодня звучит впервые в исполнении Леды. Более того, впервые в нашу аранжировку мы включили новый инструмент, партия саксофона Александр Фельдман. Называется «Яд Вашем». Как бы нам ни бывало худо, сколько б ни было бед в активе, живы мы не угас, покуда свет мерцающий в перспективе. Видим даже при свете дня мы, как вдали тот огонь мигает, и из самой глубокой ямы нам он выбраться помогает. Мы гнений смываем наметь, и становимся мы другими, чтобы светлой осталась память, чтоб вовек не забылось имя всех, кто заживо сгнил во строге, кто пропал в лагерях и в гетто, чтобы впредь нас хранил в дороге. Еле видимый проблеск света. Позавидуйте нам, евреям, ведь давясь ядовитым газом, путь найти мы всегда умеем, и туда, куда путь заказан. Просто свято храним улики, нет, ничто не пропало даром, просто слышим вороньи крики над Треблинкой и бабьим яром. Безнадега, бита опасность, мы готовы мириться с ними, лишь бы память хранила ясность, лишь бы не позабылось имя в обезумевшем мире этом, где еврей непременно лишний, путеводным неярким светом обозначил наш путь все вышли. Что еврею предельно ясно, то другим невдомек, конечно. Где на миг этот свет угаснет, там становится тьма кромешной. Там, хлебнув в одночасье лихо, забывает отец о сыне. Там страдают и ищут выход, только выхода нет в помине. Память наша неприходящая, наше имя не канет в лету. Ну а тот маяком горящий, еле видимый проблеск света, каждый может на самом деле трактовать, как ему угодней, то ли вспышка в конце туннеля, то ли свечка в руке Господней.
Вам. Александр Филиппович. Спасибо, ребята. Спасибо.